Сейчас КМ удается забрать шайбу, Петела. На Шипова, Шипов практически один на переворотами. И отдает Петрову. Такая хорошая пауза от Шипова. Но сыграл мастерски Шипов, да, и позволил Петрову отправить шайбу просто в пустые ворота. Без шансов для пустота здесь оказалось. На матче в серии выиграли у Сыр-Арти. На следующий год 13-14 была очередная бронза, а сейчас очередная шайба влетает в ворота Барса. 18-я минута второго периода. Счет становится 0-4. Провести Сато, выход 1-1, 3-3, Сато забрасывает шайбу. И Иванов 1-1, гол! Красивая, затяжная атака Металлурга с отличным контролем и великолепное исполнение выхода к воротам от Семена Иванова. Металлург 1, Кристалл 0. Пошел на сближение и забивает гол в дебютной встрече за игру. 75-й номер. Хороший ответ от Воронежцев, а здесь выход один в один, Попов, Попов, и да, обыгрывает Попов Дмитрия Гамзина и удваивает преимущество воронежского «Бурана». И как же энергично расправился с обороной соперника, как же это было технично, Руслан Галимзянов. Великолепная шайба, мне кажется, одна из самых красивых в нынешнем поединке от Руслана Галимзянова. Чистый вход в зону, Хворов по тормозам, Хворов бросить, добивание Волокитина, 2-2. Николай Хворов привез эту шайбу на пятак и говорит: Паша, давай, твой выход. Волокитин говорит: Коля, да с радостью, получай. Ну, красота. Хворов здесь сколько пауз выдержал, давайте сейчас будем смотреть. Сбрасывание за молотом остается, 10 секунд у них есть, бросить можно, с неудобный бросок, гол! 4,6 секунд. Молот 1, Тарос 0. Отличается молот, но вот на тот момент все-таки у Пешехонова, и вот доработал его уже Денис Дюрягин, 17 номер.
Овечкин, что сотворил сейчас? Шикарный бросок и шикарный гол. 1-1, но Сканева задавила, заурали сейчас в эти минуты.